Рисуем зажигалку, проводим ось под наклоном. Дальше рисуем две линии под углом 90 градусов. Отмеряем одинаковое расстояние со всех сторон от центральной линии. И двумя параллельными прямыми соединяем их. Чуть выше рисуем короткую линию, она должна быть симметрична справа и слева, и соединяем с основной линией. Дальше рисуем полукруг и в нем маленький кружок. Намечаем пламя и приступаем к крышечке. Длина крышечки должна такая же быть, как и у зажигалки, ширина. Дальше остались детали. Нужно прорисовать толщину зажигалки, чтобы рисунок выглядел более объемным. И сердечко. Дальше я стираю рисунок. Линии все равно останутся, будет видно, просто чтобы не разводить грязь. И сейчас черным лайнером аккуратненько прорисую все линии. Забыла вот тут закруглить углы зажигалки. Прорисовываем пламя. Я поставила на ускорение, потому что рисунок мы построили с вами, а уже дальше объяснять особо нечего. Мы закрашиваем толщину, сердечко внутри и огонь. И внешнюю линию по периметру сделаю немножко толще, чем все остальное. Спасибо за просмотр, ставь лайк и подписывайся.